вышел вот в лес соседний посмотреть, есть ли грибы. Сегодня 19 октября. Сегодня 19 октября. И вот ничего пока не нашел толком. А вот такой интересный тортовик, не тортовик. Такой вот интересный грибок нашел на упавшем дереве. Он снизу такие вот такой вот, сверху темный. А вот есть молодой такой же. Ну, я так думаю, что он такой же. Вот он. Фокус будет интересный, нет? Нет, наверное. Вот он. Вот у него такие вот эти. Так вот он выглядит. Вот он здесь такой. А снизу вот такие вот у него. Так он там выглядит. Он очень легкий на запах. Запаха нет. Вот темный. Вот он такой вот темный. И вот такой цвет прикольный, богатый цвет, но очень твердый, практически не ломается, не давится. Вот, ну еще тут смотрел рядом, видел вот такие вот остатки. Это, наверное, волнушка когда-то была. Вот еще небольшая. Наверное, это волнушка когда-то была. Но она уже давно, очень давно уже все свое отжила. Вот так вот. Посмотрим, может, что будет. Пока вот снимал, фотографировал, увидел, что здесь вот такая вот есть интересная штука. Это, по-моему, дрожалка. Это тоже гриб. И он съедобный. Но его очень мало здесь. Вот такая вот дрожалочка. И здесь она растет. Вот. Вот она, дрожалка. Забыл, оранжевая, что ли? Вот еще тут рядом. Растет. А то тут даже как будто форма гриба какая-то прослеживается. Как будто вот ножка беленькая. А это вот шляпка типа. Вот здесь еще. Вот. Они растут. Вот там. Вот тут наверху. И дальше по этому стволу немножечко еще присутствует. Чуть. В той стороне он есть. Вот они, оранжевые точки. Такие вот. Это вот дрожалка. Дрожалка, судя по всему. Сейчас тоже сфотографирую. Надо же, есть грибы. А вот еще один гриб тоже. Ну, это, наверное, как тортовик вот рядом с ним растет. Ну, может быть. Ну, наверное. Он тоже очень, как тортовик такой же. Чуть помягче. Вот я его сорвал. Не удивляйтесь, что он темный. Перчатки грязные, рабочие. Ну, вот он такой мягкий. Запаха нет. Без запаха. Растет на старой умершей древесине.